Профессиональный праздник Николай Тернавский проводит на рабочем месте. Как приручить металл, он знает не понаслышке. Мастер-ювелир выбрал дело по душе более 20 лет назад. С тех пор каждый день он проводит в окружении благородных металлов и камней. И точно уверен, красота требует к себе трепетного отношения. Если видишь, что что-то идет не так, то нужно изначально изделие переделать, сделать все по-другому, потому что на ось это не проходит. С помощью штихеля, шпирака, финагеля и других незатейливых инструментов золотые руки ювелира берутся за самую сложную работу. Чаще всего мастер обрабатывает изделие, доводит новое до совершенства или восстанавливает изношенную драгоценность. Нередко есть и простор для полета фантазии художника. Изготавливаем и по эскизам заказчика, и что-то предлагаем со своих разработок. Свои эскизы показываем людям. Для многих изделия из драгоценных металлов становятся заветной мечтой. Их дарят просто так и к особым памятным датам. Нередко драгоценности становятся фамильной реликвией, которая передается из поколения в поколение. Возможно, поэтому спрос на ювелирные украшения стабильный год от года. Новогодние праздники, 8 марта, ко дню влюбленных. Всегда мужчины стараются порадовать своих близких и женщин. Также и женщины. Никогда не оставляют мужчин без внимания. Это обычно ко дню рождения радует. Ну, всплеск, да, 8 марта, Новый год. Мы всегда рады видеть гостей. Но главное в приобретении таких украшений – это уникальные эмоции, которые они доставляют. И эти особенные чувства действительно дорогого стоят. Олег Соловьев, Александр Ерофеев, Десна ТВ.